Участница из Алматы не может ответить на простой, казалось бы, вопрос. Студентка-отличница так и не смогла объяснить жюри, как должна быть оформлена витрина аптеки. Впрочем, в своем незнании ответов на элементарные вопросы по специальности она не одинока. Такое откровенное незнание предмета, на изучение которого конкурсанты потратили несколько лет, поразило даже членов жюри. Определять лучших предстояло представителям ведущих фармкомпаний и действующим фармацевтам с огромным опытом. На первый этап хорошо подготовились, на второй, третий этап именно фармакология, технология, они очень плохо ответили. На элементарные вопросы не могут ответить, или вопросы неправильно поняли, или сами не подготовились. Не могла ответить на элементарные вопросы. А Чимкент? Чимкент тоже. А ведь всего 2 года назад именно участник из Шымкента был признан лучшим. Потому-то и почетное право принимать конкурс 2017 получил наш город. О качестве знаний казахстанских фармацевтов уже наслышаны мажилисмены. Они заявили о намерении запретить фармацевтам консультировать покупателей в аптеках. Ну а руководству медколледжей страны теперь, видимо, придется серьезно подумать над уровнем преподавания фармакологии. Столь низкие показатели на конкурсе говорят красноречивее любых тестирований и аттестаций.